видео мы рассмотрим, как заказать акционные товары. Для этого мы заходим в наш личный кабинет и спускаемся в самый низ в подвал сайта. Здесь у вас есть раздел «Смотреть каталог». Открываем его. Нажимаем на нужный нам каталог. Дальше мы с вами начинаем листать странички и ищем товар, который хотим заказать. Нажимаем «Начать просмотр». И давайте пролистаем несколько страничек вперед. Предположим, здесь мы хотим заказать какую-то продукцию. У нас есть товары, которые имеют название «Суперцена». Это те товары, которые сейчас находятся на акции. И есть товары, например, как здесь, вот «New» – это просто новинка, то есть это обычная цена. Если мы хотим заказать продукцию из каталога, мы просто нажимаем «Добавить в корзину». И здесь у вас уже отображается та цена, которая у вас будет окончательной. Давайте добавим несколько товаров. Например, по суперцене вот этот товар. Дальше увлажняющий ночной крем у нас тоже по супер цене. И давайте возьмем, например, вот этот товар по обычной цене. И перейдем в корзину, посмотрим, остались ли у нас такие же цены. Все верно, те же самые цены, которые у нас были с вами в каталоге. Также мы с вами можем акционные товары добавить еще отсюда. Идем в раздел «Персональные акции» и выбираем здесь «Акции каталога». И, например, вот здесь первая вкладочка «Эликсир Barber Lab всего за 1,39 рубль». Нажимаем «Выбрать товары», спускаемся ниже, выбираем один, например, товар, нажимаем кнопочку «Применить». И давайте перейдем в корзину, закроем на крестик, вернемся в корзину. Видим, что у нас акция наша применилась, все, цена продукта 1,18 рубль с учетом нашей скидки.